Ну что, друзья, всех с весенним настроением, с весенним солнышком. Хочется жить, хочется творить, хочется выйти в прямой эфир. Москва. Начинается, так сказать, сезон мотоциклов. Сезон резвых спортивных тачек, сезон коротких юбок. Привет, привет всем. Сезон всяких романтических отношений, интересных свершений. Кто чем занят? Конечно, в такие дни самое, наверное, чего меньше хочется, это работа. Я имею в виду работать где-нибудь в офисе. Как вы думаете, какое у вас настроение? Где вы сейчас находитесь? О, Дубай, хорошо. Пушкин из Дубая. Респект. Краснодару. У вас там, наверное, лето уже давным-давно в Краснодаре. Краснодар, это круто. Новосибирск. Ух, там до лета еще далеко, наверное, или нет? Как в Новосибирске погода? Сибай. Песня «Огонь», благодарю. Скоро, кстати, выйдет новый клип на трек «Напиться надо». Интересного. Ну вот готовлю, наверное, 3 месяца я не выпускал новые клипы. Я в Краснодар обязательно приеду. И в этом месяце, в апреле, обязательно покажу вам, представлю вашему вниманию новые клипы. В поддержку альбома 8, это «Напиться надо», это «Моя мантра». Вот. Еще есть несколько в загашнике сюрпризов. Мы открыли в марте наш клуб Team Big Family Rest Club. Если еще кто-то не был сегодня, welcome. У нас открытый микрофон. Волгоградский проспект 108, метро Кузьминки, мы находимся там. На районе что еще рассказать? Задавайте вопросы, буду рассказывать. Честно скажу, за последнее время написал практически ничего, не записал как-то вот. Могу все доехать до студии. У меня такого периода еще, наверное, не было, чтобы я так долго не писал новые треки. Так. О съемках клипа. Вы, кстати, можете посмотреть бэкстейдж на моем канале Team Big Family в YouTube. По жизни правильно я или нет? Ну, я стараюсь быть правильным по жизни. Я вычислил более быстрый путь. Правильно я или нет? Судить людям, наверное, которые со мной общаются. Белоруссия, респект. Город Гомель вообще прям мой родной город, в котором я прожил больше, где-то 15 лет точно. Знаю там каждый куст, каждый район. Эмма, девушка. Да почему нет? Пиши. Мало ли, кто знает. Может быть, это судьба. Может быть, это судьба, судьбинушка.
друзья, что думаете насчет... Ладно, политику не будем трогать, это совершенно неинтересно. Больше ухожу в поп, где рэп. Кстати, есть трек новый, называется... У него два названия, я вот не знаю, какое больше подойдет. «Неровно дышу», наверное, он будет называться. И там больше рэп. Если напишите в директ, я вам кину ссылку на этот трек, и мне хотелось бы понять ваше... услышать ваше мнение, больше это рэп или это поп. Или это полный поп. Саня Утка, 45-81-80. Помни, братан, ты, кстати, в клуб заехал, что-то записку оставил и не дождался. Вот, поэтому странно, надо было дождаться. Я буду задавать вопросы, помогу, давай, давай. Куда-то смайлы делись всякие прикольные. Раньше были, я помню. Съезд поверните направо, а затем через 200 метров. Держитесь правее. Появляются. Всякие ореолы над головой. В общем, хотел я вам сказать, приезжайте к нам в клуб. Понедельник, вторник, среда, четверг. Среда мы работаем как ресторан. У нас есть бизнес-ланч, у нас есть доставка. Четверг, пятница, суббота, воскресенье мы работаем как клуб. Также у нас есть караоке с шикарным звуком, с отличными ребятами, которые сидят на звуке. Так что приезжайте. Все, всем мира. Новые люди в Team Big Family. Я думаю, будут, но не скоро. Почему? Потому что это энергозатратно, финансово затратно. И выхлоп такой очень странный. Мало людей, которые ценят сотрудничество грамотное, мало людей, которые ценят хорошие вещи. Как говорится, не делай добра, не получишь зла. Но это не панацея. Я все-таки верю в хорошее. Надеюсь, что... Держитесь правее, на мост. Добро победит в любом случае. Ну что, верьте в добро, верьте в весну, верьте в любовь. Слушайте мою музыку и приходите к нам в ресторан. Пока. Спасибо большое за комплименты.